Карлсбергского госуниверситета предлагается переименовать, дать ему имя Екатерина Сорокина. Знаете ли вы, кто это? Да. Это социолог, который основал факультет социологии в Гарварде. Я не помню, сейчас то ли писатель, то ли что. Да, слышал о нем. Ну, точно не помню уже. Писатель, по-моему. Поп какой-то это, вот и все. Все, что я знаю. Это известный социолог. На какой-то момент я знал об этом человеке, а ненужная информация, она в какой-то степени исчезает потом из головы. Я читал о нем 5 лет назад последний раз статью в газете какую-то там. И все. Ну, может, наверное, не помню. Ну, я не отсюда, поэтому не сильно знаю. Ну, ученый вроде. Он социолог. Великий русско-американский социолог. Ну, да. У нас в начале года проходила конференция, посвященная его имени. Может, писатель какой-то? Ну, он вроде как преподаватель там был, нет? Нет, не слушал. Да, это, по-моему, писатель. Нет, к сожалению, нет. Екатерина Сорокина, что-то знакомое. Деятель какой-то. Это знаменитый, это основоположник социологии. Писатель, вроде бы. Ну, можно сказать, социальный исследователь нашей республики Коми.